Завершилась встреча «Миллион Роспром Ренова», победа «Цветочников» 3-1, Максим Чесноков, Дмитрий Дробыш. Дим, как тебя в студию к нам занесло вдруг? Да, не знаю, случайно на самом деле. «Спартак», наш пресс-атташе, не захотел сюда идти. Рома сейчас на эмоциях, он ничего толкового точно не скажет.
Серега тоже не пошел, устал сегодня, когда играл за Рабону. Но вот единственный выбор, я так понимаю, это вот меня вот подсунули сюда. Ну, расскажи, сегодня ты и Костин практически отпахали от звонка до звонка, ты там на последнюю минуту только поменялся. С чем это связано? Ну, к сожалению, вот сегодня в день игры у нас два человека отцепилось, это Галкин и еще один человек, не помню кто, вот, а так бы мы играли бы спокойно в две семерки, но, к сожалению, не было, у нас не хватило людей на просто две семерки, поэтому Рома принял такое решение, что именно я и Кирилл будем играть практически без замен. Ну, вы физически готовы 60 минут играть? Да, конечно, мы сегодня с ним еще на большой отыграли, считай, практически всю игру без замен, поэтому нам сейчас это было так чисто продышаться уже. Максим, как оценишь игру? Да, неплохо сама игра, мне понравилась, мне кажется, могли цепляться и по настрою, и моменты были, вот, поэтому игру оцениваю на отлично, вот, кроме результата. Скажи, пожалуйста, в дозавочное окно, которое было на этой неделе, команду покинул Александр Денисенко. Насколько серьезная эта потеря и как вообще его отпустили? Слушай, ну я бы вообще не хотел комментировать. Это решение Саши, он принял. И если бы я ездил, не знаю, на Hyundai Solaris, а мне предложили покататься на Audi A8, наверное, я бы тоже бы долго бы не думал и сел бы за руль. Но я не хочу команду сравнить свою с Hyundai Solaris вообще, поэтому, может быть, это даже будет нам на пользу, потому что, может быть, Саша где-то там на себя много брал, поэтому больше будет комбинационного футбола. Вот. Меньше будет разговоров на поле, поэтому я думаю, что везде нужно искать плюсы. А вообще всем командам я советую включать скаутские свои навыки и искать людей с низших дивизионов, да, поднимать в Суперлигу, а не переманивать людей с команд соперников, как ты, например, Дима, делаешь. Вот. Поэтому я бы вам посоветовал бы все-таки какие-то навыки, ну, поднимать уровень Суперлиги за счет людей с нижних дивизионов. Вот. Поэтому, а не ослабляя команды конкуренты. Вот. Ну, начнем с того, что когда забрали Сашу Бориса, вы были командой премьер-лиги, а не суперлиги, и вы были не конкуренты. Сегодня появился новичок Дмитрий Берсенев, такой шустренький. Как тебе он? Да, отличный парень с Якутска. В общем, как-то наш скаут Серега Бодров, мы, собственно, когда узнали, когда Саша уходит, что, собственно, сразу звонок нашему скауту, и вот скаут нас, двух человек мы заявили, сминки, надеюсь, помогут, может быть, как-то у нас с краю будет сейчас поактивней, вот, создадут, так сказать, определенное давление конкурентное и Костяну Михайлову, и Вове Тодорничуку. Еще один вопрос по персоналиям. Александр Черногалов очень ярко дебютировал за вас в прошлом сезоне. Почему перестал ездить? К сожалению, у него травма, он уже 2 месяца лечится, у него что-то с голеностопом сложное, поэтому сегодня пытались у него, кстати, форму забрать, чтобы формы не хватало. Вот. Поэтому он сейчас лечится, индивидуальные тренировки. Ну, скоро его ждем. Вообще, Саша с нами, Сашу ждем. Давайте с твоим персоналем. Александр Храмов вернулся после травмы и сразу дубль. Что скажешь? Не, ну это феерия. Иначе назвать не могу, на самом деле, потому что, ну, очень шутим мы насчет лишнего веса. Ты пыхтел, 60 минут, а Храмов забил. Ну, что поделать. Ну, но футбольный бог, конечно, не обманет он в любом случае, но порадуюсь за него. И, в принципе, я очень доволен и рад, что Саша наконец-таки забил свой первый гол в Суперлиге, даже не 1-2, и один из них стал победным. Поэтому от всей команды я могу только поздравить с этим. Давайте обсудим момент спорный с пенальти, ворот, который ты, кстати, успешно реализовал. Тебе как показалось, было пенальти или нет? Ну, я вообще как-то судейские моменты я стараюсь обходить. Но только когда в игре, естественно, там на эмоциях. А вот уже после, там, остудив, надо действительно посмотреть. Я был в позиции такой, что мне закрывали обзор. Я видел момент контакта, да, ну вот именно игроков. Но что-то большее добавить я не могу, действительно. То есть я находился в такой позиции, что мне было не особо рассмотреть, где там толчок, либо удар по ногам. Но если судья ставит такое, да, и он говорит, что после игры, что был контакт, значит, ну, можно сказать, что да, пенальти был. Но это вот его точка зрения, соответственно, поэтому, ну, нам здесь повезло.
Завершается у нас август, да, первый игровой месяц, 4 игры сыграны, да, сколько получается, 10 очков. Как оценишь такой старт? На самом деле, желательно бы, конечно, набрать было все 12, но первый блинком у нас получился с фантазией. Сейчас 3 игры дали, 3 победы. Я ценю старт нас как на 5 с минусом все-таки по 5-бальной шкале. Максим, ну, по очкам старт не очень, но встречались со всеми такими мощными командами по прошлому сезону, да, которые заняли место в первой пятерке. Это дает тебе оптимизма, что с командами из нижней половины таблицы вот прошлого сезона будете уже зарабатывать, пополнять копилку? Сейчас я попытаюсь сначала ответить на первый твой вопрос по поводу пенальти, по поводу спорного пенальти. Я все-таки хочу обратить внимание на организаторов, на то, что, может быть, все-таки искать какие-то варианты, как минимизировать ошибки или минимизировать даже моменты, которые спорные, да, чтобы можно было как-то их рассмотреть на видеокамеру, раздается повтор там, какого-то гола опасного момента очень быстро. Мне как-то кажется, что здесь можно что-то настроить, чтобы все-таки вот таких результативных ошибок было меньше. Рома Герасимов в группе писал про там, результативную ошибку Урос с матча, не помню, с Икоричем, по-моему. С Артек Телекомом. С Артек Телекомом, да. Сейчас результативно, ну как мне покажется, да, это результативная ошибка, это мое мнение. Вот, ну здесь, мне кажется, что-то можно будет подумать. Насчет календаря, спасибо организаторам, нам просто 4 матча, я не знаю, у кого-то есть из других команд? У Артика. У Артика, да, еще. Ну вот молодцы, они хотя бы, они тоже молодцы, справляются. Я думаю, что по игре вообще претензий нету. Все матчи провели, со всеми цеплялись, со всеми могли цепляться и брать очки. Поэтому я думаю, что сейчас вот фантазия Артиклеком, сегодня смотрел матчи у них, я думаю, что нужно набирать очки, догонять Пингвинс. А то что-то они совсем разыгрались. Мы их натренировали, и они тут начали просто бомбить. 4 из 4. Поэтому, да, нужно сейчас... Все будут матчи ровные. Везде в Суперлиге, по сути, одни команды сейчас будут... Ну, качели могут быть туда-сюда, поэтому очень важен фарт и очень важна реализация моментов будет. Спасибо, ребят. Спасибо.